увидеть всю палитру театральных городов Пермского края. Это первое. Потом увидеть самые лучшие спектакли, которые были созданы в прошлом году. Этот фестиваль начинает свою жизнь здесь, с города Березники. Вы на сегодняшний день самыми первыми открываете маршрутный лист этому фестивалю. Спасибо. И у меня есть официальная миссия, правильно понимаю? Объявить фестиваль Пермский открытым. С праздником! Спасибо вам! В отборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки. И хозяева сегодня, по-моему, прекрасно отработали. Слава фестивалю Пермский! А ехали хорошо, 6 часов, легко. Просто вот на раз. Они из третьей появляются, и ты в третью уходишь. А я сейчас тебе свой театр покажу. Все улыбаются! Если вам понравилось, приглашайте нас на гастроли. Спасибо. От Чайковского театра драмы и комедии большое спасибо за приглашение. Очень жаль уезжать. Спасибо! Давайте встанем так, кто пониже вперед, кто повыше назад, чтобы видеть всех. У нас спектакль про театр, про закулисье театральное. Про то... Ну, а сейчас настал веселья час. Если зритель с нами, значит театр жив! Свои ощущения, привыкать к диалогу с телом, ощущать малейшие нюансы изменений. И... Мама! Мне оторвало руку! Всем отличного настроения и хороших работ! Отчислитесь! До конца! Странный мираж. Попробуй. Ну, как? Это едва ли придется мне по вкусу. Андрюша, по вкус. Андрюша. А? С кем ты говоришь? С кем ты говоришь? С кем? С кем? С кем? С кем? Здесь никого нет. Yeah.
Да, вот